Стартер я не хотел снимать, но снять его все равно пришлось, так как у стартера корпус рядышком заходит с маховиком, и когда начинаем мы снимать, чуть перекос, и этот корпус упирается в маховик, поэтому моя была ошибка, когда я не хотел снимать стартер. Стартер я открутил, три гаечки на 13, и теперь снимаем коробку. Вот она, наша коробка. Диск сцепления еще живой. Подтекает верхний патрубок. Подтекает он просто на хомутах. Хомуты подтянем. Вот этот датчик не подключен. И на него проводки нету. Значит, он идет пустой. Так, ну что, берем новую коробку. Вот она, наша новая коробка. Здесь что-то ухо щупа подмято. При транспортировке, наверное, подмяли. Поправим. Так, заглушку выдернем, с этой стороны нету заглушки. Так. Ну что, переставляем выжимной. И устанавливаем. Выжимной. А выжимной, наверное, лучше новый поставить. Что-то мне этот не нравится. Смотрите, как лепестками на нем набило. Он, получается, крутился постоянно, что ли? Следы, как лепестки, остались. Ладно. Поехал за новым выжимным. Так, ну что, поменял выжимной подшипник, новый поставил, привез. Ставим коробку на место. Все, коробочка у нас встала. Теперь берем ее, наживляем. Наживляем вот этот болт нижний.
гайку сзади. Также наживляем подушку. Все, вот мы подвесили, теперь протягиваем. Ставим на место стартер. Сначала мы промахнулись с коробкой, посмотрели, думали, что на две шпильки, а здесь на три шпильки поменяли коробку. Дело в том, что у Приоры идет три вида стартеров, поэтому надо вот здесь повнимательней. Следовательно, другой стартер. Другое количество зубов на стартере. Ставим на место стартер. Так, стартер я прикрутил. Подключаем на место датчик задней скорости. И раз мы уже здесь внизу, нам удобно, накидываем клемму. А, прикрутим ее уже сверху. Ставим на место нашу саблю. Ну и все, можно уже с этой стороны даже привод поставить. Ставим на место привод. Все, граната у нас на месте. Эта сторона защелкнулась. Раз сразу мы здесь, наживим гайку и наживим шаровую опору. Так, ну что, мы наживили шаровую. Теперь берем, вставляем привод с другой стороны. Thank you.
Все, вторую гранату мы тоже вставили. Также здесь мы наживляем шаровую. И вот такие болты я всем мажу литолом, чтобы потом, если разбирать, все легко откручивалось. Так, ну, наживляем теперь нашу кулису. Здесь шток у нас, вот он. Так, вот здесь я наживил. Получается, ось, шток включения передач, который в коробку идет, в нем отверстие. Вот этот болт входит в то отверстие. Поэтому внимательно в него аккуратненько попадаем и затягиваем. Все, затянули и одеваем пыльник на кулису. Все, пыльник мы одели. Теперь на место прикручиваем вот эту опору. Верхний болт у нас на 19 головка, а нижний болт у нас на 17. Так, ну все, все, что мы наживили, протягиваем. Это шаровые, это цабля, это получается вот эта опора кулисы, стойка стабилизатора. И вот сюда же устанавливаем еще пыльник маховика. Перчатки, чем дальше, тем все хуже и хуже качество резины. Такие-пятаки отливают. Новые перчатки надо подбирать. Так, ну все, получается, вот этот пыльник наживил. И заодно вот сразу, пока вверху видно, мы одеваем датчик скорости. Разъем. Все, я его одел. Протягиваем. Ну что, опустил автомобиль, вот у нас здесь ее можно сверху прикрутить на место нашу клемму на стартер. Также одеть разъем на втягивающее реле. Затягиваем этот провод. Подтянули и одеваем защитный колпак резиновый. Все, закрыли. Теперь, пока суть до дела, масло густое, заливаем масло по уровню. Ну, предварительно где-то около 3 литров вливаем и попутно делаем. Ставим трос сцепления на место, ставим вот эти болты, два штуки, которые крепежные сверху. Здесь получается передний у нас короткий, задний длинный.
ставим на место, вот откручивали гайку крепления проводки, сразу ее прикрутить, чтобы тоже не забывать. Там она 13 ключик. И заливаем масло. Масло Лукойл заливаем. Трансмиссионное ТМ4 8090. Она ЖЛ4 идет. Минералочка. Оно идет для переднеприводных коробок. Ставим нашу площадочку здесь, которая проводку поддерживает. Здесь у нас короткий болт, сзади у нас длинный болт. Затягиваем. Так, ну вот, влил 3,5 литра масла. Нет, между минимумом и максимумом. Нормально. 3,5 литра масла. Отлично. Так, ну все. Устанавливаем трос сцепления на место. Затягиваем ключик на 17. Так, все, трос одел. Одеваем корпус воздушного фильтра на место. Одеваем патрубок. Здесь у нас проводка. Так, и одеваем вот на эти три опоры. Удобно одевать вот такими кривыми круглогубцами. Вот так вот берете и просто вот осаживаете. Смазано силиконом еще, когда снимали, так оно и осталось. Пока. Все. Одели здесь, одели здесь. Затягиваем хомут. Хомут подтянули. Ставим на место аккумулятор.
Здесь я резьбу разогнал снизу и сверху, здесь резьбу я смазал. Крепим аккумулятор. Так, ну что, все затянул, все установил. Проверяем, заводим. Все работает, сцепление переключается, ставим на место колеса и выезжаем, проверяем, как она будет на ходу. На этом все, замена коробки закончена. Всего вам доброго!